Приветствуем всех автолюбителей и владельцев легковых прицепов на нашем YouTube-канале. Мы продолжаем рассказывать в познавательных видеофильмах о прицепной технике. Сегодня мы хотим обратить ваше внимание интересному узлу, ставшему в последние годы необходимой опцией при эксплуатации легкового прицепа, а именно подкатное колесо. В народе говорят третье колесо, третья нога или опорное колесо. А правильное назначение его – подкатное колесо, которое изготавливается у нас на заводе. На сегодняшний день мы производим три варианта подкатных колес. Это с диаметром трубы 42 мм и колесом 160 мм, с диаметром трубы 48 мм и колесом 160 мм и 200 мм, и усиленное с трубой 57 мм и колесом 200 мм. Которые рассчитаны на усилия до 200 кг. Все они имеют две функции. Это существенно облегчает ручное перемещение прицепа, а также значительно упрощает снятие и одевание замкового устройства прицепа на шар фаркопа автомобиля. В зависимости от условий эксплуатации, покупатель сам выбирает, какой вид подкатного колеса ему подходит. Подкатное колесо состоит из самого колеса с различным диаметром и толщиной, а также из двух труб, так называемой телескопической системы, внутри которых находится стержень со специальной накаткой. Высота подкатного колеса меняется при перемещении ручкой. Ручка изготовлена из металла. В отличие от китайских производителей, где ручка пластиковая, часто выходит из строя. Само подкатное колесо крепится к дышлу надежным, мощным хомутом с толщиной крепления площадки 6 мм. В походном варианте при ослаблении этого хомута подкатное колесо поднимается вверх и фиксируется. Сейчас идут испытания другого поворотного крепления, где подкатное колесо легко разворачивается и принимает безопасное горизонтальное положение относительно дышла. Подкатное колесо имеет оцинкованное покрытие и прослужит вам не один год. Мы производим подкатные колеса в России из российского сырья. В отличие от других производителей подкатных колес, которые производят их в Китае, несмотря на проштампованные на них западные бренды, об этом стараются умолчать наши партнеры. Наш продукт конкурентоспособен на рынке и всегда есть в наличии по доступной цене. В следующих видеофильмах расскажем об интересных современных разработках нашей компании в прицепостроении. Честно сравним некоторые узлы, детали, прицепы различных производителей. Будет интересно. А чтобы быть первым и не пропустить главное, подписывайтесь на наш канал. Если вы хотите сделать свой обзор, замечания, пожелания, предложения об эксплуатации наших прицепов, мы будем рады разместить их на нашем YouTube-канале. Всем счастливой дороги и безаварийной езды!